Соблюдать простейшие меры безопасности и избегать чрезвычайных ситуаций. Именно к этому призвали сотрудники региональных УВД и МЧС, а также общественники во время совместного рейда по садовым товариществам на окраине Ульяновска. Владельцам дачных участков напомнили о сложной пожароопасной обстановке, которая традиционно складывается в начале лета, и просили следовать установленным правилам. Мы рекомендуем гражданам не разжигать и не сжигать мусор на садоводческих участках, не разводить открытого огня, соблюдать правила противопожарной безопасности, и для того, чтобы не пострадали ни сами садоводы, ни их имущество. Особое внимание уделили эксплуатации отопительных приборов, газового оборудования, монтажу электропроводки. В ходе рейда было посещено более 100 участков. Стоит отметить, что в нынешнем году профилактические мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности в сложившейся эпидемиологической обстановке. Мы напомнили садоводам о том, что на территории региона введен особый противопожарный режим. Из-за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч рублей. Нарушение безопасности вполне могло стать причиной пожара в центре Ульяновска. Здесь пламенем была объята территория возле одного из кафе. С ЧП огнеборцам удалось справиться менее чем за 20 минут. В результате пожара огнем повреждены пристрой к зданию, а также стоявший рядом автомобиль.